В Югре уже вторые сутки количество выздоровевших от коронавируса пациентов превышает число вновь заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Так, минувшие сутки зафиксировали и подтвердили 190 новых случаев COVID-19 в 20 югорских муниципалитетах. В лидерах антирейтинга по-прежнему Сургут. Здесь 46 новых пациентов. Ханты-Мансийские тесты на коронавирус показали положительный результат 28 раз. В Нефтеюганске 12. На момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ. У 37 зафиксирована пневмония. Двое переносят заболевание. Заболевание без симптомов. Под наблюдением медиков сейчас находится 13 112 человек. Состояние 124 врачи оценивают как тяжелое, 94 подключены к аппаратам ИВЛ. Вместе с тем за сутки от коронавируса вылечился 21 человек. Таким образом, за весь период пандемии в Югре 60 637 выздоровевших пациентов.